No. Спа-хотель. Вроде тут всякие водные процедуры и прочие интересные штучки. А для купания? Домики такие. Чем-то. Здесь, наверное, хорошо снимать фильмы о 50-х, 60-х. Слушайте, какая интересная штучка. Очень интересно. Но я сюда не буду заходить. Я сюда заходить не буду. А то уже будет за гостиницу точно нечем оплатить. Антиквариат. Дома-дома. Я вообще-то как-то себе... Не знаю. Что? У тебя Wi-Fi пришел? Да? Не знаю, может быть. Он у меня включен, но ничего не словил. Ну. А это какое-то, это какое-то слишком это. Пафосное. Какое-то слишком. Слушайте, ну я вообще-то себе Юрмалу как-то по-другому представляла. Ну, вот я не знаю почему, но у меня как-то оно по-другому. Не, ну все всегда как-то, как если пока не увидишь, всегда какое-то есть свое представление. Ну, это самое. Блин, иду снимаю. Не забыла включить съемку. Звезда. Зашли попить кофейку. А тут дождик. Киевский. Киевский из прошлой жизни. Киевский из прошлой жизни. Красиво. Курочка. Ой, какие вкусняшки. Какие тут вкусняшки. Мне разрешили чуть-чуть поснимать. Сделай ручкой. Ужин до 10. Ужин можно еще. Время опять. Спасибо. Нет, это не сюда. Пельмени. Я заказала вообще-то двойной экспресс и тебе, и киевский торт, и себе двойной экспресс, и киевский торт, и стаканчик водички. Замечательно. Потому что Рая мечтает про это самое, про пельмени, да. Пельмешки – это очень хорошо. Так. О, киевский, спасибо. Ну, минус 15, 10. Да? Да? Много порций. Да. Я уже заказал. Спасибо. Просто им так сказали, они вкусные, но теперь уже всем хочется. Очень вкусные. Баранина с говядиной будет есть. Может. Я вас позову. Нет, мы как-то это... Да. Мы приехали отдыхать. До моря. А до моря никак не дойдем. Дойдем. Валя, в общем, короче, переносим опять. Начинается искушение пельменем.
кто-то заказал много пельменей. А меня искушают одним, но он с мясом. И я думаю, я поддамся этому соблазну. Извините, забыла снять свое выражение лица, но такой вкус. Валя, давай закажем по пельменям. А то Рае скучно будет без пельменей в гордом одиночестве. Надо сначала пельмени, потом каху. А что ты заказала? Пельмени. Ты тоже заказала пельмени? Я? Да? Ты только что заказала пельмени? Я заказала. Ты не заказала пельмени? Давай одну на двоих. Одну на двоих. Хорошо. Вообще, конечно, по идее, сюда можно делать даже такие конкретные туры. Косметическо-украшальческие. Раньше было в два раза дешевле. Mm-hmm. И тогда мы, когда мы сами с юридителем тоже брала немножко эту процедуру. Вот моя приятельница Юлия все время рассказывала, в поезде мы ездим без. Она следит за собой. Вот. Они раньше ездили вот, в Ригу вот именно регулярно со своей подругой, именно на спа. Mm-hmm. Они делали всякие спа. Сейчас они перестали ездить, потому что дорого стало. Вот. Будете в Юрмале, заходите в компот. Хорошее местечко. Какие там пельмени. Просто сказка. Потянула, и он съел, и он меня теперь мал. Ага. Смотри, какой прелестный. Лосик. Лосик, ага. Угу. Замечательный лосик из этой самой, со щелочкой или с хвостиком. С хвостиком, с рожками. Да, вон лапки вот тут валяются. Лапки откинул после пельмешек, наверное. Красавец. Я места. И они еще говорят, что мы задерживаемся, что мы до моря не дойдем. Мы не можем дойти до моря. Тут рукой подать до моря, а мы рукой подаем то в один магазин, то в другой магазин, то в третий магазин. Лайма. Ну, наконец-то мы видим море. Вернее, знаем, что оно там. Да. Вот там видишь, впереди. Впереди. Горизонт открывается, а мы, ну, никак не дойдем. Ой. Уже и в кафе посидели, так, силы а потеряли. Такой красавчик, там такой малюсенький, такой красивый. Такой прям от него не уйти, пока там целовались такой на выходе. Такой 80 сантиметров. Не надо быть такой, как это, ревнивой. 80 сантиметров роста, а такой, блин. Такой вот такие мужчины, понимаешь? Мужчины, да. Вот такие мужчины и вот покоряют мир. Да, потому что он в корень пошел. Да. Да, вот корень пошел. Что-то такое интересное. Аресторос. Да. Ти Тураидас Иела.
Слушайте, какая прикольная обманка, а? Я сначала подумала, это самое, это зашито все. Ну, сосны. Сосны, великаны. Фотки? Да. Море там. 1936 год. Ну, как-то, наверное, летом в Юрмале значительно больше достроено. Я говорю, летом, наверное, в Юрмале как-то значительно больше достроено. Потому что там немножко, там немножко. Долгая дорога в дюнах. Наконец-то мы доходим до моря. Море. Ой, шашлыком-то пахнет, боже мой. Должно морем пахнуть, а не шашлыком, люди добрые. Все мысли только о еде. Какой ужас. Не говори. Мы стойки. Море, море. Налево, направо. Можно прямо вначале. Ну, прямо нам... Можно прямо. Вот тут красоту такую наводят. Ой, здравствуй, море. Здравствуй, море. Здравствуй, море. Наконец-то мы до тебя дошли. Слушайте, гуляющих много так. Там какой-то рыба-кит плавает. Вот она. Чайка. А морем почему-то не пахнет. Пахнет шашлыками.